Печеные жаворонки, кулики, тетерки издревле были любимым лакомством детей. Однако, чтобы птичка стала прочной игрушкой или украшением интерьера, делать ее нужно из соленого теста. Минимум продуктов – мука, вода, соль, гвоздика или перец для украшения. Максимум пользы от вечера, проведенного в семейном кругу за совместным занятием. Одна из древнейших, да, традиций делать из теста, ну, их часто делают съедобными, чтобы потом их можно было съесть. Еще и из других материалов птичек делают. Это просто один из вариантов, то есть удобный делать таких птиц на зазыв весны. Мастер-класс посетили студенты Худграфа. Традиционным местом проведения стал выставочный зал «Курские промыслы и ремесла» областного дома народного творчества. Кстати, 18 марта там пройдет еще один мастер-класс по изготовлению куклы, символизирующей объединение России и Крыма.